ДТП на Барнаульской трассе в районе поворота к Мамонтово. Жигули и грузовик Рено. Повреждена. Передняя часть Рено. Место контактирования. Колеса. Дверь. Лады. Повреждено колесо переднее левое. Рено на своей полосе практически. Сейчас начало и обнаружены осколки. Повреждение асфальтового покрытия. Вот он след торможения. Вероятнее всего правое переднее колесо. Возвращаемся. Вот это место предполагаемого первоначального контактирования Лады и грузовика. На место происшествия для оказания помощи пострадавшим и осуществления организации дорожного движения незамедлительно был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Рубцовский. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто управлял легковым автомобилем. Также устанавливаются и причины случившегося.